Приветствую, ребят. Тут у нас был ПВП против Ворки. Такой человек, в общем, кроватка. Первый раз мы с ним ПВПшились, я его победил, причем с сильными результатами. А сейчас посмотрим, как покажет. Бафаться, разумеется, я не буду. Посмотрим вообще, как человек способен драться. Ну, будем наблюдать, скажем так. Лезть тоже не будем, потому что все-таки... Хотя, почему бы и нет? Полезем, первыми бои наведем, потому что это тоже интересно. Мне тоже это важно, посмотреть, как человек вообще аренит, и что он там научился, что он понял по арене. Потому что тоже интерес есть интерес. Блин, аж этот мисклик. Мисклик? А, нет, не мисклик, он просто в инвиз ушел. Да, в принципе, храмовник-то... Неплохой. Я, по крайней мере, точно убить не могу. Да-да, сильный. Достаточно таки. Не тому щит, а нет. Я еще... Блин, все, у меня вообще все послетало. Вот это угловые бои вообще терпеть не могу. Ладно, добей. Два песчаных духа видели, ребят? Хо-хо, это серьезно. Человек правильно прокачался. Надо банку выпить какую-нибудь. Смотри, до сих пор лезет. Ты смотри, какой наглый. Песчаный дух. А вообще, человек грамотно прокачался. Я вам позже покажу храмовника. Нет, я бы не сказал, что прям грамотно, но... Отчасти неплохо. Весьма недурно. И подожди, сразу не лезь, да, я хильнусь хоть чуть-чуть. У меня еще не все навыки работают, не все готово. Давай. А, я понимаю, мне лучше давить сразу, потому что. Потому что меня сейчас будут петы грызть, и мне их одолеть, в принципе, будет проблема. Как говорится, проблема на проблеме строить смысла нету, но все-таки. Да, три пета, ребят, это серьезно. Все. Человек уже понял. Человек уже понял, что как делать. Видите, да? Человек модернизировался. Но тут, видите, суть в том, что человек от петов играет. Это правильное решение. Это грамотное. Но на моем уровне от пета играть это самоубийство. По крайней мере, я так думаю. Че, хильнулся? Давай. Один на один. Попробуем. В кабалу загнал. И смотри-ка. Моя очередь тебя в кабалу загонять. Я называю это система кабала, когда человека просто загоняешь во всякую нересь. Щит о себе дал? Дал. Значит, жить буду. Я хил я не прокачивал храмовнику, потому что на моем уровне хил, по сути, знаешь, это вообще хрень собачья. На моем уровне лично хил это ерунда, которая нафиг никому не нужная, потому что толку-то там 4-5 тиков. Хил, живучий сеть, атаки нету. Давайте-ка еще одну попытку, постараемся. Так, получается сейчас какой счет? 2-1. То есть ему еще надо один раз меня победить, и он получится, что он меня одолел. Да попробуем. Я ж не говорю, что у меня... Ну, кроватка, честно, я тебе скажу, скилла ты не натаскал вообще, ровным счетом. Ты побеждаешь только за счет того, что ты просто банально сильнее. Все, а скилла я не вижу как такового. Ты бы меня мог в два раза быстрее одолеть, но вместо этого я только вижу, как ты тупишь. Пока что. То есть, на самом деле так оно и есть. Скилла не до конца. Он у тебя есть и не полностью, скажем так.
Вот что я тебе скажу. Есть тротлинги, может быть это мисклики обычные, но скилла, извини меня, у тебя его нету. Ровным счетом ничего. 25-го такого аренера вроде меня, ты должен был меня разнести еще в пух и прах. Ты не то, что должен разнести, ты должен меня загнать в фулл стан. Я не должен кликать ни один навык, но получается, что я тоже навыками раскидываюсь. И это косяк. Так, сразу скажу, скилла нету у тебя. Создайте, я вам покажу, как человек вообще выглядит. Ну, я вам так скажу. Я его вроде добавил даже. Друзья, где-то должен быть тут. Вот он. В принципе, храмовник неплохо одетый, сильный достаточно, но рук нету. Объясняю, как... Неважно, я не знаю, что такое забив. Это, видимо, новый язык школьников придуманных или часовников. Ну, в общем, смотрите, храмовник. Вы можете себя считать правильным храмовником при условии, если вы загоняете фулл стан человека полностью в кабалу. То есть, человек не может прожать ни один навык. Похуй, пусть он бегает, там дрочится туда-сюда. Это не важно. Важно, что он не сможет прожимать ни один навык. Если человек хоть один навык прожимает, значит вы не храмовник, вы, извините, без выражения, хрень какая-то. Ну, ко мне это не касается, потому что я физически не способен держать фулл стан. Я могу, только если я выпью банку на КД, тогда я могу. Но от этого как бы толку, знаете, раз-два обчелся, если не будешь всегда с банкой оренить.